Яйца отварили и порезали на мелкие кубики. Картошку налысо почистили и на терке натерли. Если слишком влажная, отжали. Яйца, зеленый лук и укроп добавляем к картошке. Мелко режем лук и подружим со всеми остальными. Две консервы рыбы берем, жидкость сливаем, рыбу добавляем к тем. Рыбу измельчаем ложкой или вилкой. Кладем специи по вкусу. Я добавил чеснок сушеный молотый, черный перец и соль. Перемешаем все хорошо. Ложим, кладем, наливаем, выдавливаем сметану. Также поступаем с майонезом. Яйчишечки-близняшки. Соль. Перемешаем все. Просеяли муку и разрыхлитель сверху. Перемешиваем. Примерно половину теста выкладываем в форму для выпечки и выравниваем. Выкладываем всю начинку. Закрываем начинку остатками теста. Запихиваем в духовку примерно на 40 минут, 180 градусов. Ешь его и кайфули делай.